Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Это видео по мультивалютному крану для любителей криптовалюты. Так, сейчас. Faucet Crypto. Не могла я не сделать видео, поделиться с вами. Кто здесь работает, видели, что кран вис, зависал. Здесь шли техработы. То добавляли новую криптовалюту. Вот. Ну и некоторые новшества здесь, как бы, да, изменения. Вот этот они удалят монету NEO. У них там что-то проблемы с кошельком. Туда можно перевести все и прочесть. Далее. Сускоин пополнит монету. Кран пополню. Так-то он дает собирать, да? Мы собираем, а сам кран пустой, как выводить. Ее не выведешь пока. Когда она поступит, тут написано на биржу Poloniex. Poloniex. Или как там правильно. Но это ладно, бог с ним. Вот. И что здесь? Вот столько криптовалют. Вот если вот это красненькое, значит выводить прямо на кошелек или на биржу. Вот этот монета, кошелек нужно или скачивать, устанавливать на компьютер, или выводить на биржу, например. Вот. Далее вот эти, секундочку. Вот зелененькое, это на Faucet Hub. Можно выводить напрямую здесь без комиссии. Вот, например, вот биткоин хэш 24-36 сатошиков, да? Ну, собрали вы 24 сатошика, поставили на вывод. Ни комиссии, ничего. А вот это, смотрите, можно как на Faucet Hub и прямо на биржу или на кошелек прямой, да, можно выводить. Вот. Ну, вот где вот красненькая, там есть как бы минимальная сумма стоит, ну, для сбора, и они берут немного комиссию. Я как бы собираю вот Stratis и MoneyCoin. Вот. Я собираю вот эти. Мне как бы акцент стоит на вот на этой криптовалюте. Ну да ладно. Так, давайте я вам покажу, как собирать. Нажимаем, например, вот Ready Claim. Нас перебрасывает на страничку. Разгадываем сначала вот эту капчу. Здесь бывают циферки, бывают крестики, нолики. Вот, ну, всякие там примеры решать. Вот всякая такая ерундень. Так, значит, 1, 9, 8. 1, 9, 8. Нажимаем Get Reward. Нас перебрасывает на страничку. И здесь вот антибот. Здесь антибот, он меняется. Бывает рекапча, бывает буквенная капча. И тут вообще ничего не надо делать. Как бы другая капча. Разгадали капчу. Вот у нас буквенная. Опускаемся чуть ниже. Нажимаем вот на синюю вкладочку. И по такой же схеме все, как бы, вся криптовалюта собирается. Ждем секунды. Далее нажимаем Get Link. И вот мне начислили 3862 монеты. Так, закрываю. И что здесь еще нового появилось у нас? Значит, у нас появился внутри кабинета обмен. Значит, смотрите, вот панель вот слева. Значит, дашборд, это здесь находятся все наши краны. Вот это вкладочка рефералы. Сами посмотрите, находится наша реферальная ссылочка. Значит, здесь кошельки прописываем. Это вывод. И вот у нас появилась новая вкладочка
обмен. Внутри кошелька можно менять криптовалюту. Вот, я вам сейчас покажу. Я вчера оторвалась, конечно, по полной. Сейчас кран летает, все быстро это собирается. Вот, и перестал он зависать, видать, все они сделали. Вот, и я вчера по полной здесь оторвалась. Так, опускаемся чуть ниже. Выбираем, смотрите, вот вся наша криптовалюта. Вот что вы хотите. Я буду менять. Давайте я вот эту монету новую. Кстати, у меня здесь кошелек не забит. Потому что она сегодня появилась, и я даже не искала, где этот кошелек, где что, я не знаю. Вот, я буду вот эту монетку менять. Нажимаю Sell. Вчера я меняла на MoneyCoin, сегодня я буду менять на Strat. На Stratis. Так, и далее вот нас перебросило на такую страничку. Вы же выбираете, если захотите, любую. И вот здесь нажимаете вот на эту треугольничек такой и выбираете криптовалюту. И вот колесико крутите и пожалуйста. Здесь и Litecoin, Ethereum, Doge, Dash, Bitcore, Bitcoin. Вот на какую валюту вы хотите, вот, например, собрали вот эту, да, у вас есть. И вот, может, вы захотите на биткоин поменять. Нажимаете, значит, биткоин. Или Blackcoin, Bitcoin Cash. Ну вот я буду на Stratis свой менять. Потому что вчера я на MoneyCoin меняла, сегодня на Stratis поменяю. И вот у меня вот эта монета, вот эта сумма у меня будет 27 882 Stratosis этих монет. Значит, и нажимаю на вкладочку. Ждем. Сейчас монетка моя прилетит ко мне. Все, я обменяла. Там баланс обнулился, а Stratis прибавился. Да? Какая мне надо? Если бы я меняла на биткоин, был бы как бы, да, биткоин, например. Вы уже сами там посмотрите. Вот. Здесь не заработает только ленивый. Кран, конечно, он до такой степени суперкран, что у меня нет слов. Я с него не вылезаю. И что еще здесь сделали? Ограничение клеймов. Я вчера, честно говоря, была немного в шоке. Я вчера, значит, работала на нем. И вот здесь наши клеймы отображаются. У меня 86 клеймов уже. Ну, как бы я тут насобирала вот этих кликов. И мне пишут, иди-ка ты, мать, погуляй, приходи завтра. Ты уже свой лимит сделала на сегодня. И вот я немножечко как бы была в удивлении. Не то, что я очень была в удивлении, думаю, как это так. Вот сделали такое вот ограничение. Так вот, у меня теперь Stratis стало 85 тысяч. Еще до вечера, ну, еще 86 далеко. Я еще наклюкаю. Значит, что еще здесь делали? Чат внутри. Смотрите, вот нажимаете вот здесь вот, как бы в квадратик вот этот. И у нас здесь есть чат. Можно общаться с народом. Здесь, правда, все на английском языке. Вот. Ну, вот здесь кто-то на русском написал. Вот. Ну, вот такие вот дела. Вот такой вот кран. Кому интересно, не надо вам чат. На крестик нажали, убрали. Хотите пообщаться? Я уже туда писала. Вот. Нажмете, напишите что-нибудь. Хотите на русском, хотите на английском. Вот такой вот, ребят, кран. Конечно, крану цены нет. Как я уже сказала, не заработает только ленивый. На этом буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся. Пока-пока.